для установки, одновременной установки и васы, и электроподогревателя. У нас установлен электроподогреватель типа Лунгфея, но там другой фирмы, тоже китайский. Вот он шумит, греет. Значит, для одновременной установки был изготовлен вот такой посадочный кронштейн. Чтобы не сверлить раму, я этот кронштейн наметил, и в старых отверстиях, которые были в раме, высверлил отверстия и на них закрепил. Выпаста крепится на трех болтах, весит 3 с лишним килограмма, я думаю, что этого кронштейна будет вполне достаточно. Значит, ну, нам придется электроподогрев немножко приподнять, чтобы вот этот штуцер был на уровне рамы. Значит, переделаем вот этот кронштейн, немножко его развернем, поднимем вверх, этот шланг сделаем покороче, укоротим, и таким образом соединим все вместе. То есть будет последовательно идти через вибасту, проходить через вибасту охлаждающая жидкость и заходить в электроподогреватель. Вот это та вибаста, которую мы будем устанавливать. Вибаста термотоп S90. Взял БУ, поменял на Вейво, термотоп Вейво 5. Был один котел без комплекта, вот поменял в комплекте. Поставил, была разбита помпа, поставил помпу от Гидроникс, который у меня лежал тоже в неприглядном и негодном состоянии. Вот таким образом было произведено подключение вибасты и колесо, вот колесо в крайне левом положении. Как видите, места достаточно. Ничего задевать не будет. От всяких непогодных условий будет сделана еще защита. Все, двигатель практически прогрет. 15 минут. Двигатель горячий. Таким образом.